Добрый день. Вас интересует лечение артрита, артроза или остеохондроза? А может быть, вас интересует лечение мастопатии или фибромиомы? Или простатита, или цистита? А может быть, вас интересует узловой токсический зоб, аутоиммунное поражение щитовидной железы или сахарный диабет второго типа? А может быть, вас интересуют другие аутоиммунные процессы, анемия, тромбоцитопения или системные поражения соединительной ткани? Все эти многообразия процессов объединяет одно – нарушение фильтрационной способности в почек. Это второй по мощности фильтр вашего организма. Если он плохо очищает кровь от токсинов, они накапливаются не в крови. В крови накопление – это тромбоцитопения, это анемия, это снижение иммунитета. Накопление токсинов в любой зоне вашего организма приводит к тому, что там идет какой-то воспалительный или аутоиммунный процесс и идет снижение функции того или иного органа. Стартует первое, что видно, это солевой диатез. То есть в лоханках почек есть небольшие такие включения. Вот это уже первая ласточка, первое звено этой системы, которое показывает, что почки работают неэффективно. Почки неэффективно очищают кровь. В дальнейшем образуются камушки, в дальнейшем появляется пиелонефрит и исход в почечную недостаточность. И вот эти вот все вышеперечисленные процессы, они как бы сопровождают в разной степени, в разной последовательности появляются то или либо у мужчин, либо у женщин, несущественно. Ну, по дороге, что еще получается, индикатор у мужчин это снижение волосистости, то есть облысение. У женщин это видно во время климакса, там более жестко падают волосы. Вот. Что нужно делать? Нужно улучшать работу почек. Вот на все это многообразие процессов направлена формула здоровья номер 8. Она улучшает состояние почек, помогает почкам проводить очищение крови и устраняет вот эти все процессы, предупреждает, если вы поймали на уровне солевой диатез, либо компенсирует эти процессы, потому что почки начинают работать более эффективно над очищением крови и над предупреждением вот этих всех неприятностей. Если вам это необходимо, обращайтесь, лечение по методу доктора Скачко поможет вам выйти из того круга, в который вы случайно попали.